В Омске стартовала патриотическая акция «Память». Она проходит в рамках подготовки ко Дню Героев Отечества. Волонтеры приводят в порядок захоронение героев России, Советского Союза и кавалеров Ордена Славы. Первый патриотический субботник прошел на территории Старосеверного кладбища, где располагается более 30 могил героев. Мы не должны забывать и чтить память наших земляков, героев Советского Союза и полных кавалеров Орденов Славы. А то, что делают наши волонтеры, они еще и вспоминают историю, которую мы чтим и понимаем, что без истории не будет будущего. Мы должны проникать в то поколение, которое воевало, и знать, что они защищали нашу страну, отдавая свою жизнь. Волонтеры помыли надгробия, смели опавшую листву, собирали мусор. Сколько существует «Волонтеры Победы», это уже более 6 лет. Мы всегда благоустраиваем памятные места, потому что считаем, что это своеобразное сохранение памяти, когда мы облагораживаем территорию, таким образом привлекая внимание и других молодых людей, чтобы они обращали внимание, интересовались. За счет этого они интересуются, приходят и смотрят, и узнают историю в целом. В завершении к памятникам легли алые гвоздики. Субботники провели и на других кладбищах Омска, и в районах области.